Коллеги, здравствуйте! У меня в руках не просто жидкость, это целых 15 литров незамерзайки. Сейчас я их вручу в рамках акции «Автоледи», которую проводит ГИБДД города Барнаула. Традиционная акция в честь самого радостного весеннего праздника 8 марта. Так, ага, тут руль с другой стороны. Пойдем. Уже началось вручение. Мне очень приятно вас сегодня остановить. И от госавтоинспекции города Барнаула, от наших партнеров, мы хотели бы поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать любви, здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия, без аварийных дорог, быть всегда внимательными, так же, как вы, соблюдать правила дорожного движения безукорительно. И, конечно же, мы не можем обойтись без подарков. Да, помимо цветов, еще будут аксессуары. От наших партнеров вот эти замечательные сертификаты в ювелирную мастерскую, билеты в цирк, открытки, ну и... Так, и еще вам целых 15 литров омывайки. Расскажите о ваших ощущениях. Спасибо большое, очень приятно. С учетом того, что я второй день после там годового перерыва за рулем, то вообще очень приятно, конечно. А вы не испугались, когда вас остановили? Нет. Это, кстати, за 15 лет моей водительской карьеры всего лишь второе мое остановление сотрудниками ДПС. Приятно, что так сразу. Ну что ж, желаю всем нашим автоледи, всем женщинам без аварийной езды, чтобы останавливали вас как можно реже.